Это «Город сегодня». Главные новости краевой столицы. В прямом эфире меня зовут Дмитрий Пономарев. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем прямо сейчас. Землетрясение магнитудой в 4 балла зафиксировали сейсмологи. Колебания почувствовали и жители Северского района в минувшие выходные. Как будет развиваться город до 2030 года, решается сейчас. По словам Евгения Превышова, каждый проект должен быть экономически целесообразен. Стратегическое планирование коснется сразу нескольких масштабных направлений. Тысячи рекламных конструкций не только нарушают закон, но и портят городской ландшафт. Как систематизировать борьбу с назойливой, кричащей, а порой и откровенно некрасивой рекламой, обсуждали сегодня на аппаратном совещании в мэрии. И главную елку Краснодара начали устанавливать. Мы узнали, как она будет выглядеть, что называется, во всей красе. Ну и теперь обо всем подробней. Не смогли создать резонанс на суше, переключились на море. Три корабля военно-морских сил Украины в это воскресенье вошли в территориальные воды России в нарушении Конвенции ООН. Как уточнили в ФСБ, украинская сторона не подала никаких заявок на прохождение своего флота. Суда украинских ВМС двигались по направлению к Керченскому проливу и не реагировали на предупреждения российских пограничников, при этом опасно маневрировали. В результате корабли были задержаны, а пострадавшим при применении оружия членам их экипажа оказана медицинская помощь. В российском медиа подчеркнули, что подобные действия являются провокацией. Впрочем, у украинской стороны другой взгляд на случившееся. По версии ВМС Украины, катера и буксиры осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя в Азовском море, о чем было сообщено заранее. Украина обвинила Россию в обстреле своих кораблей. Петр Порошенко созвал военный кабинет и уже подписал указ о переходе Украины на военное положение. Сейчас проход по Керченскому проливу открыт для гражданских судов. Впрочем, неспокойными выдались выходные не только на море, но и на суше. На Кубани в ночь на воскресенье произошло землетрясение в 4 балла. Причем толчков было 2. Около 3 часов утра в Северском районе жители почувствовали колебания и звон посуды длительностью не более минуты. Эпицентром стало село Львовское, что в 40 километрах от Краснодара. Как говорят очевидцы, тряхнуло не сильно, но люстры в квартирах закачались. Для данного региона эти землетрясения большая редкость. То есть вот за время работы нашей сейсмостанции с 2002 года в этой области не зарегистрировано ни одного землетрясения было. То есть эти два землетрясения относятся к редким и одиночным землетрясениям. Прибрежные районы Черного моря, да, там высокая. Если говорить о равнинной части Краснодарского края, то сейсмическая активность здесь низкая. Да, то есть и... Если происходят землетрясения, или если они могут произойти, то это будут слабые землетрясения. Максимум, что они могут сделать, это вот вызвать испуг. На место сразу же прибыли спасатели. Они и сейчас находятся в оперативной готовности на случай повторных толчков. Если землетрясение повторится, то сирены оповестят жителей о чрезвычайной ситуации. Другим темам. Вывести борьбу с онкозаболеваниями на новый уровень. В Краснодаре сегодня обсудили возможность строительства в регионе Центра ядерной медицины. О планах и сотрудничестве говорили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель совета директоров компании «Мединвестгрупп» Виктор Харитонин. Он рассказал, что у холдинга есть опыт в создании онкоцентров, радиохирургии и лучевой терапии. В России уже работают 11 частных комплексов по высокоточной диагностике и лечению рака. Нужно, конечно, сегодня обсуждать, и не просто обсуждать, а еще раз подчеркиваю, прийти к решению, что подобный центр, современный центр радиохирургии и лучевой терапии появился в нашем крае. Он должен дать надежду и выздоровление тем, кто, может быть, эту надежду уже потерял, онкологически больным. Вернуть веру в то, что медицина может продлить жизнь. Мы сегодня в крае предусмотрели 50 гектаров земли, в городе Краснодаре, для создания такого современнейшего медицинского кластера. И наша принципиальная задача, чтобы вот на этих 50 гектаров разместили самые современнейшие лечебные учреждения. Поэтому здесь в первую очередь я и коллег призываю к очень серьезному отбору, в том числе и по параметрам, которые вы предлагаете для вашего центра. Понятно, что это полномасштабный центр ядерной медицины, но я хотел бы, чтобы на самом деле у нас был
лучший из лучших центров онкологических ядерной медицины. Мы видим, какой есть бурный рост именно в этих услугах и какой эффект они дают в части качества жизни, продолжительности жизни. Безусловно, это все статистически подтверждается. Вениамин Кондратьев поручил профильным министерствам детально изучить предлагаемый проект. Кроме этого, губернатор напомнил, что в Краснодаре уже принято решение о строительстве нового краевого онкологического центра и расширении действующего. Для Кубани это актуальное направление, так как в регионе ежегодно выявляется 23 тысячи онкобольных. Промышленность, креативные идеи и туризм – вот они, векторы развития Краснодара на ближайшие 10 лет. В кубанской столице состоялась третья стратегическая сессия по развитию города до 2030 года. Каким видят его специалисты и инвесторы, и чем краевой центр будет покорять сердца приезжих, расскажет Татьяна Троян. Краснодар уже не первый год удерживает лидерские позиции во всевозможных рейтингах привлекательности городов страны. Сделать его еще лучше, комфортнее и успешнее – такую цель преследуют разработчики стратегии Краснодара 2030. В столице Кубани они провели уже третью стратегическую сессию по приоритетным направлениям экономического развития города. Работа над векторами и приоритетами началась еще в августе. Тогда были намечены основные планы. Сейчас участники перешли от теории к практике. Выделили три основных направления – промышленный, креативный и туристический Краснодар. В ходе мозговых штурмов и работы в группах родились полноценные флагманские проекты преобразования краевого центра. Как отметил Евгений Первышов, Краснодар благоприятный для проживания город. Этот статус нужно поддерживать и работать над тем, чтобы сделать его одним из самых комфортных, успешных и перспективных в стране. Действительно, для нашего муниципального образования очень важно, потому что город Краснодар, он очень перспективный, бурно развивающийся. Я знаю, что на сегодняшний день уже более 40, наверное, идей, которые существуют. Их необходимо обсудить, рассмотреть, посмотреть внимательным образом на тот экономический потенциал, который нам необходимо создать. И более того, инновационный подход к развитию муниципалитета для нас очень важен. Стратегическая сессия во благо родного города сплотила все субъекты рынка. Количество и статус участников мероприятия говорит о том, что уровень предложенных проектов высокий. Приглашены как раз-таки все те заинтересованные лица, о которых я говорил. Это и общественные организации, это и администрация муниципального образования город Краснодар, это и бизнес, а также это представители туристических предприятий, это и владельцы гостиниц, это и туристические компании, инициаторы различных событийных мероприятий, которые проходят уже на территории города, которые являются непосредственно как бы основными источниками носителей, как у них происходит это и что с ними можно будет делать в дальнейшем. В перспективе строительство индустриальных парков, создание единого интернет-портала и интерактивной карты для потенциальных инвесторов. Из креативного – организация медиапарков и развитие медицинского кластера. В сфере туризма планы тоже грандиозные. Например, создание зоны развлечений в районе парка «Солнечный остров», организация уникального городского фестиваля по типу Октоберфеста. Также потенциал города участники встречи предложили развивать в направлении событийного, гастрономического и лечебно-оздоровительного туризма. Среди прочих проектов – предложение внедрить единую платформу сервисов для отдыхающих и туристов. Планы масштабные, ведь цель к 2030 году – вывести Краснодар в число лучших городов страны. Татьяна Троян, Артем Статюха, Александр Сенников, телекомпания «Краснодар». Творчество в рамках закона. Реклама – это, конечно, двигатель прогресса, особенно в мегаполисе, но только если она размещена по всем правилам, а не там, где вздумается. Как избавить Краснодар от порой безвкусных и аляповатых, а главное – незаконных рекламных конструкций, сегодня обсудили на аппаратном совещании в мэрии. Подробности в сюжете. Наш город – это не доска объявлений. И ассоциироваться у гостей и жителей он должен с чем-то красивым, уютным, современным, а не кричащим и навязчивым. Поэтому сегодня по поручению главы города Евгения Первышова работе по очистке Краснодара от различных объявлений уделяется особое внимание. Ведь реклама буквально повсюду. На заборах, остановках, столбах, дорожных знаках и даже автомобилях. И решить эту проблему можно лишь сообща. Это общая проблема. Общая задача. В целом справляемся пока хорошо с ней, но тем не менее у нас не должно быть пробелов в трактовке законодательства. Мы на сегодняшний день в принципе в полной мере подкреплены действующим законодательством. И я вправе требовать
исполнения тех нормативных актов, которые приняты у нас на территории как Краснодарского края, так и непосредственно муниципального образования город Краснодар. И на какие только ухищрения не идут рекламодатели. Заслонить готовы и проход, и обзор. Например, на обочинах дорог правоохранители все чаще встречают ветхие авто без номеров, которые служат своеобразным баннером на колесах. Правоохранители насчитали таких 58 машин. 17 из них уже убрали с улиц города. 28 материалов еще в процессе. Работа в округах тоже приносит свои плоды. Только в Прикубанском с начала ноября демонтированы почти 1700 незаконных рекламных конструкций и объявлений. В Карасунском округе особое внимание уделили магистральным улицам и дорогам регионального значения. За такую назойливую и вездесущую рекламу предусмотрены штрафы. Сумма варьируется от 1000 рублей до 3 миллионов. Плюс к этому нарушение правил благоустройства, и штраф может увеличиться еще на 50 тысяч рублей. Но тема борьбы с нерадивыми рекламщиками не единственная, что обсудили сегодня на совещании. Все силы в последнюю неделю осени уже направлены на подготовку к новогодним праздникам в целом и организацию рождественских ярмарок в частности. Одна из них впервые откроется на Театральной площади 15 декабря и будет работать до 29 числа. Здесь можно будет пополнить свой гардероб эксклюзивной одеждой от российских производителей. На планерке речь зашла и о сельскохозяйственных ярмарках выходного дня. Глава города подчеркнул, что они всегда востребованы горожанами. Потребность, конечно, в продуктах питания, она будет достаточно большая. Мы сами прекрасно понимаем, что люди закупаются на все выходные. И здесь необходимо, может быть, расширить возможности этих ярмарок выходного дня для того, чтобы привлечь больше производителей, для того, чтобы было больше у нас качественной продукции. Может, действительно, торговых мест увеличить в этот период времени или время работы этих ярмарок увеличить? Еще одним новшеством станет проведение новогодних ярмарок в спальных микрорайонах. В частности, в Юбилейном по проспекту Чекистов, 17, и на площади перед кинотеатром «Болгария». Уже во второй половине декабря в городе заработают елочные базары. Ольга Амурзакова, Анна Володина, Николай Цедрик, Наталья Пилипко, телекомпания «Краснодар». В продолжении темы подготовка кубанской столицы к празднику в самом разгаре. Видимо, ранним украшательством Краснодар компенсирует отсутствие мороза и снега. Торговые центры уже давно борются за звание самых нарядных. И вот зимнее настроение проникает и на городские улицы. Анна Володина уже его почувствовала и спешит поделиться. Ау! Ау! О! Нашлась! Для того, чтобы почувствовать новогоднее настроение, краснодарцам не обязательно ехать в лес. Ведь главный символ праздника и главная городская елка уже вот-вот появится на Театральной площади. Устанавливать зеленую красавицу начали еще на выходных. Дело это не из простых, потому как сама конструкция елки не из легких в прямом смысле слова. Ветки и основания весят без малого 5 тонн, а вместе с удерживающими блоками вся конструкция потянет на 15. Мы выяснили, что рабочие надеются успеть закончить монтаж уже к концу этой недели. Украсить к 14 декабря. Пока дело спорится, главное, чтобы и погода не подвела. Все, что вы хотели знать, и мы об этой елке, мы спросим сейчас у главного человека на этой стройке. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какой цвет будет у этой елки, какой наряд, вообще сколько она в высоту? Высота елки 23 метра, наряд будет белые 100 огней, вся она будет в лампочках мигать, получается, они будут ярусами переливаться. Также будут снежинки огромные, ровно расположенные, стробоскопы. В общем, особо ничего нового не будет, но красиво. Дополнением к программируемым светодиодным огням и метровым снежинкам также станут огромные праздничные шары диаметром почти 20 сантиметров. Обычно их несколько десятков. А те самые ярусы, которыми пушистая красавица будет переливаться, это 11 цветовых ожерелий. Как оказалось, монтировать главную елку начали как раз вовремя. На этой неделе синоптики обещают снег, а у горожан и гостей краевого центра и без него уже предвкушение праздников. Уже, в принципе, можно уже такое предновогоднее настроение, поэтому, мне кажется, прямо это будет очень даже кстати. Праздник! Праздник, да. Праздник. Нет, да не рано, давно уже пора, уже везде понарядили. Ну, стоят же елки, поэтому здесь да. Большая должна быть. Хорошо, только игрушки. Не хватает снега немножко, да. Хотелось бы вот зимней погоды. Можно что-нибудь сделать с этим? Как нам кажется, уже пора елочку ставить? Уже пора, да. Уже пора, чтобы основательно было.
Все, чтобы было красиво, заранее все отлично будет, очень красиво. Я всегда любуюсь этой елкой, она очень нарядная, и всегда горжусь, что я живу в Краснодаре, потому что здесь очень потрясающие добрые люди, и очень красивый город расцветает год от года. Приближается Новый год. Положительные, в принципе. Положительные эмоции. Эта елка – символ Нового года, и это очень здорово, когда... В центре города такая большая и красивая. Я думаю, будет очень красиво. И это очень хорошо. Для детей вообще здорово. Зеленая красавица с каждым днем становится все пышнее. И совсем скоро вокруг нее уже можно будет водить хороводы. Окончательный нарядный вид главная краснодарская елка обретет к середине декабря. А 22 числа здесь устроят первый праздник. Анна Володина, Иван Жалнин, Николай Цедрик, Наталья Пилипко, телекомпания «Краснодар». Память Николая Кондратенко почтили в станице Пластуновской в эти выходные. Экс-губернатора Кубани не стало 5 лет назад. На его малую родину приехали близкие, друзья и бывшие коллеги. Цветы к могиле политика возложили глава региона Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Кубанцы запомнили Николая Кондратенко как грамотного руководителя и патриота своего края. В народе его по-свойски называли «батькой». И именно Николай Игнатович был первым удостоен медали «Герой труда Кубани». О человеке эпохи в следующем материале. Это поистине исторические кадры. Январь 97-го. Инаугурация губернатора Николая Кондратенко. В должность новый глава администрации вступает на сессии законодательного собрания. Как человек православный, Николай Игнатович принимает присягу не только на уставе края, но и на Евангелие. Торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности главы администрации, оберегать, защищать интересы жителей края. Его победа на губернаторских выборах была убедительной. За Николая Кондратенко проголосовало 82% избирателей. И это не просто цифры. В большую политику он пришел в прямом смысле из народа. Был руководителем колхоза «Красная звезда», вторым секретарем Денского райкома КПСС, а позже председателем Краснодарского крайисполкома. В здании ЗСК не раз звучали его громкие заявления, вспоминает бывший спикер парламента, а ныне член Совета Федерации Владимир Бекетов. С Кондратенко они были знакомы еще задолго до того, как тот возглавил край. Его выступления за трибуной всегда были дерзкие и хлесткие. Многие ушли на цитаты. Работать с ним было, прямо скажем, непросто, потому что у него много было идей, вот, много ставил задач, требовал решения, контролировал. Значит, не скупился на добрые слова, но и не задерживал и с критикой. Он очень много передвигался по территории Краснодарского края, встречался с людьми. Но здесь тоже нужно сказать, что он не просто вот там гладил по головке, вытирал слезы, но мог и выслушать людей, и в то же время задать вопрос, а почему вы дошли до такой жизни? Николай Кондратенко занял пост губернатора в непростое для края время. Колхозы и совхозы разрушались, а предприятия банкротились. Кубань была на грани утраты продовольственной безопасности. Хозяйства за мизерную цену продавали сырье, нанося ущерб экономике края. Тогда Кондратенко принял, казалось бы, непопулярные меры. Ввел ограничения на вывоз кубанских продуктов и зерна в другие регионы. Как говорил сам Николай Игнатович, он делал все, чтобы не дать последнее распылить по ветру. Экспортировать подсолнечник и патоку можно было только при наличии разрешения руководства региона. В СМИ эту меру прозвали «битвой за хлеб». Кубанцы надеялись на Николая Кондратенко и относились к нему как к отцу. В народе его даже прозвали «батька». Он всегда чувствовал себя ответственным за жителей края, говорит Вера Глушко. В то время она была заместителем Николая Игнатовича. Для него не было чужих проблем, переживания и чаяния народа. Он воспринимал как свои. Он очень внимательный был как руководитель к обращениям людей. Вот чаще всего мне приходилось с ним оставаться, заниматься разбором этих обращений. Их было очень много. Но он старался каждое обращение перечитать. И всякий раз сам накладывал резолюцию конкретному исполнителю. И сам конкретно контролировал исполнение его поручения. Его простые люди помнят, вспоминают его общение с ними. И его называли «батькой», потому что он действительно по-отечески относился к каждому человеку. В
Будучи известным политическим деятелем, Николай Кондратенко часто бывал в командировках, но, несмотря на многочисленные разъезды, его всегда тянуло домой, на свою малую родину, в станицу Пластуновскую. И каждый раз после тяжелого рабочего дня он находил покой в кругу семьи, жены, детей и внуков. Как любые дети, как сыновья, мы его любили. Любили как самого дорогого человека на свете. Эти 5 лет были тяжелые для нас, для семьи, для детей, для мамы. И чем больше проходит времени, тем четче и отчетливее вспоминаешь его мысли, его высказывания на любую тему. Но прежде всего, как надо любить свою землю. Эта боль, она постоянная, она не утихает, она, вы знаете, как золой присыпанная. Особенно ощущаешь, вот смотришь, когда фильмы, когда песни нашего времени. Это невозможно. Вот поднимается все в душе. Это смотрелось вместе, это чувствовалось вместе. Николая Кондратенко не стало 5 лет назад, но его друзья и коллеги всегда вспоминают о нем как об истинном патриоте Кубани, человека труда. Он прошел путь от простого сельского работника до яркого политика. Он сохранил село. А сохранив село, по большому счету, он сохранил Кубань. И действительно, мы наследство от него получили не разграбленную, а живущую Кубань. В далеком 2013-м уход батьки жители региона восприняли как личную трагедию. Каждый год в станицу Пластуновскую на его малую родину приезжают родственники, коллеги и просто те, кто с ним был лично знаком. И даже те, кто знает о Кондратенко из учебников истории. Отдать дань памяти и возложить цветы к могиле приехал глава региона Вениамин Кондратьев. С экс-губернатором он был знаком лично. Можно по-разному относиться к его способам и методам, но то, что он безгранично любил свою землю. Он искренне верил в то, что он делает для своего народа, для своего края, для страны и приносит ему благо. Вот в этом спорить нельзя. Это патриот с большой буквы. И он делал все, чтобы сохранить землю, сохранить народ кубанский, чтобы он был сытым, чтобы он был счастливым. До последнего дыхания делал. Невзирая на опленное и сильное сопротивление, потому что, когда он был губернатором, непростые, далеко не простые годы были для нашего края, и для всей страны. Но он смог сохранить и передать нам неразграбленную и богатую Кубань. Прошло 5 лет, а память о батьке жива. А Николай Кондратенко пишет книги, ему посвящают стихи, его именем называют улицы. За короткое время своего правления он сумел возродить экономику региона и навсегда остаться в сердцах жителей Кубани. Инфраструктуру для достойного проживания. Вот основное пожелание многодетных семей, получивших земельные участки, к главе Краснодара. В эти выходные Евгений Превышов встретился с жителями города и ответил на самые волнующие вопросы. Муниципалитет предоставляет земельные участки семьям с 3 и более детьми с 2012 года. Но в черте города свободных земель не так уж и много. А потому семьи, получившие их, сталкиваются сегодня с рядом трудностей при строительстве домов. Чаще всего это отсутствие инженерных сетей, а также необходимость оформления земельно-правовой и строительной документации. Многодетным родителям приходится обращаться в инстанции, чтобы добиться разрешения и заключения на подключение света, газа и воды. Евгений Превышов отметил, что работы по благоустройству участков в приоритете у администрации. Ситуация по многодетным семьям, она находится на моем личном контроле. Поэтому встречи, которые мы всегда оговаривали, они будут регулярными до тех пор, пока, конечно, не решим все вопросы. Вопросов накопилось очень много, они тяжелые. И, конечно же, не все у нас получается. И в большей степени, безусловно, это все связано с недофинансированием тех программ и мероприятий, о которых мы сегодня будем говорить. Основная тема и основные проблемы, по которым мы здесь встречаемся, это коммуникации к поселкам для многодетных родителей. Есть 3 положительных поселка, где уже движется решение проблемы, основной такой, как электричество и водоснабжение.
Но есть еще другие текущие вопросы, и все это будет индивидуально разрабатываться администрацией, и в каждом поселке конкретно нам пообещали, что будет алгоритм, будет график, и семьи многодетные будут видеть поэтапное решение данных проблем. Решение большинства вопросов уже есть. Так, по всем выделенным участкам в хуторах Капанском, Октябрьском, Новом, станице Старокорсунской и поселке Лазурном госэкспертизу прошла документация по строительству дорог, электро- и газовых сетей, водопровода и канализации. Кроме этого, по просьбе многодетных родителей в ближайшее время мэрия подготовит информацию о том, как пройти процедуру переоформления земельных участков из аренды в собственность и как продлить аренду. 72 километра обновленных дорог появится в Краснодаре в следующем году. 54 участка улично-дорожной сети отремонтируют благодаря программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в самой краевой столице и пригородах. Улицы, которые войдут в программу следующего года, обсудили на совещании под руководством главы Краснодара Евгения Первышова. К слову, в этом году ремонт был просто беспрецедентным. 83 километра городских магистралей теперь могут похвастаться идеальным покрытием. Всего стоимость проектирования, значит, нашей городской части составляет 270 миллионов рублей. Из них 230 миллионов – это субсидии краевые, 40 миллионов – это бюджет муниципального образования города Краснодар. Большой ремонт затеяли не только в центре города. Обновится путепровод по улице Суворова, а также 6 улиц в пригороде – Колосистом и Индустриальном, станицах Елизаветинской и Старокорсунской и в хуторе Ленина. Самый большой участок под замену – это почти 4,5 километра – отремонтируют Поголоватого от Трубелина до Передовой, на участке от Чёрса до Передовой и от Трубелина до Янковского. Обновятся там не только асфальт и бордюры, но и светофоры и остальное дорожное хозяйство. Напомню, всего за два последних года в нашем городе отремонтировано 157 километров. Доверяй, но проверяй. Центробанк усложнит выдачу кредитов. С 1 октября следующего года банки будут оценивать уровень долговой нагрузки клиента даже при выдаче минимальной суды. Подробнее об этом расскажет Алексей Коваленко, ведущий рубрики «Город финансы». Алексей, здравствуй. Приветствую, Дмитрий. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов. Обо всем по порядку расскажу через пару секунд. Банк России обязал финансовые организации с 1 октября 2019 года проверять кредитную нагрузку заемщика при выдаче займа от 10 тысяч рублей или увеличении лимита по кредитке, пишет «Известия». Причем уровень дохода нужно будет подтвердить. Сейчас это необходимо лишь при согласовании крупных кредитов. Впрочем, до октября 2020 года для займов на сумму до 50 тысяч рублей и автокредитов будет действовать упрощенный порядок выдачи. В Краснодаре перенесли две ярмарки выходного дня. Новые места размещения будут более удобны для горожан. Так, с улицы Оторбекова ярмарка переместилась на Каляева, а с Одесской, правда, временно на Путевую 5, сообщает пресс-служба администрации города. Всего в Краснодаре по субботам действует 11 ярмарок выходного дня. Свою продукцию краснодарцам предлагают около 900 производителей из 37 муниципалитетов края. Рубль дешевеет к основным валютам. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 27 ноября, составляет 66,5 рублей. По сравнению с предыдущим значением, курс вырос на 84 копейки. Курс европейской валюты вырос на 63 копейки. И официальный курс евро, установленный Центральным банком, на завтра составляет 75 рублей 56 копеек. На этом все, Дмитрий. Остается только добавить, продажа начинается только тогда, когда клиент сказал «нет». Благодарю, Алексей, и за новости, и за мудрые мысли, а пока к другим темам. Жестокость не останется безнаказанной. Против краснодарца, сбросившего с 4-го этажа лабрадора, возбуждено уголовное дело. Напомню, что накануне молодой человек в буквальном смысле выбросил своего четвероногого питомца с балкона собственной квартиры, а затем слез за ним. Сначала мужчина полностью отрицал свою вину, пояснял, что вылез из окна, потому как захлопнулась дверь, но позже он дал признательные показания и объяснил, что все же причина его поведения была злоба на собаку из-за того, что та мешала ему отдыхать. В Уголовном кодексе есть статья «Жестокое обращение с животными». На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание, которое грозит 28-летнему жителю поселка Знаменского по 245-й статье, предусматривает лишение свободы на 3 года, но только в том случае, если подтвердится факт умышленного причинения вреда здоровью собаки.
Изначально лабрадору поставили диагноз ушиб грудной клетки. Сейчас лечение окончено. Далее псу предстоит ветэкспертиза для установления степени тяжести полученных травм. Новости есть и в еще одном резонансном деле. Рэпер Хаски вышел на свободу. История с арестом хип-хоп-исполнителя Дмитрия Кузнецова, больше известного под псевдонимом Хаски, в Краснодаре вот уже почти неделю пестрит практически во всех российских новостных лентах. Сегодня стало известно, что Первомайский суд Краснодара отменил вынесенное ранее решение о 12 сутках административного ареста за мелкое хулиганство. Напомню, вечером 21 ноября Дмитрий Кузнецов был задержан краснодарской полицией. Хип-хоп-исполнитель должен был дать концерт в одном из клубов города, но он был отменен. Да происходило все достаточно просто, быстро. Никто не смог опомниться, что на самом деле произошло, потому что группа приехала на саундчек, и под конец саундчека погас свет. Когда я начал связываться с руководством, они связывались уже непосредственно с электриками, выяснилось, что на подстанции, которая подключен наш клуб, произошла авария. И когда включат свет, неизвестно. Группа посидела какое-то время в темноте, и они приняли решение выйти к людям. Ну а дальше вы все видели все. Против 25-летнего артиста было заведено административное дело по трем статьям. Организация массового пребывания граждан в общественных местах, мелкое хулиганство и отказ пройти медосвидетельствование. Сегодня стало известно, что жалоба адвоката рэпера удовлетворена и певца выпускают на свободу. Вообще вся эта история принесла Хаски больше пиара, известности и денег, о которых он не мог даже мечтать, отправляясь в гастрольный тур по югу России. Во-первых, в его защиту выступили многие известные российские артисты и общественные деятели, включая даже Льва Лещенко. Во-вторых, коллеги по цеху Баста, Оксимирон и Нойз МС дают сегодня концерт в одном из московских клубов, а сборы перечислят хип-хоп-исполнителю. Это около 6 миллионов рублей. Пикап по-краснодарски. В чем сложность сегодня обрести вторую половинку в нашем городе? Где, как и с какой целью знакомятся жители краевой столицы? И вообще, что такое пикап? И можно ли с его помощью найти настоящую любовь? Неужели время настоящих чувств прошло и всем нам нужно просто межполовое партнерство для тех или иных целей? Уже в этот четверг в 15:15 в программе «Новичок шоу» постараемся найти ответы на эти и другие вопросы. Есть что сказать по этой теме? Звони и пиши. Футбольный Краснодар разоружил тульский «Арсенал» 3-0. Именно такой финальный счет противостояния горожан с тульской командой. По мячу в составе «Быков» забили Вандерсон, Игнатьев и Магомед Шапи-Сулейманов. Таким образом, подопечные Мурада Мусаева завершили первый круг чемпионата страны среди команд премьер-лиги на втором месте. До лидирующего в первенстве санкт-петербургского «Зенита» южанам не хватает 5 очков, но вся борьба еще впереди. Также клуб из столицы Кубани по итогам первого круга попал в топ-5 по посещаемости домашних матчей, уступив лишь Ростову, московскому «Спартаку» и все тому же «Зениту». В среднем на каждый домашний поединок «Быков» приходило чуть больше 25 тысяч человек. Следующий матч черно-зеленые проведут также дома уже в этот четверг. На сей раз им предстоит встретиться в рамках группового этапа Лиги Европы с турецким клубом. Сапожник без сапог. Эту поговорку знает каждый, однако немногие знакомы с профессией изнутри. Если ломается каблук, стираются носы туфель, первым делом мы спешим починить обувь. Для этого обращаемся к специалистам, которых, к нашему счастью, в городе много. И сегодня мы поздравляем их с профессиональным праздником, Международным днем сапожника. В ближайшую к нам обувную лавку поспешила и моя коллега Елизавета Царенкова. Слово «сапожник» сегодня в нашей речи встречается редко. Чаще обувщик или мастер по ремонту обуви. Однако суть не изменилась. Этот человек не просто чинит наши сапоги и туфли, но и буквально дарит им вторую, а то и третью жизнь. Прогресс, конечно, берет свое. Машины заменяют ручной труд, да и многие из нас при малейшем износе теперь предпочитают от прохудившейся пары просто избавиться. Но у Сергея Бабаяна, несмотря на эти обстоятельства, всегда есть работа. Вот уже 37 лет он старается для других. Мастер берется за любую обувь, будь то модные сапоги на шпильке или любимые домашние тапочки. Если подошва позволяет, они прошиваются, и тогда никакой отклейки никогда не будет. Ну, клеем временный, временно будет держать. А прошивка – это уже 100% гарантия. Сергей рассказывает, что за столько лет в профессии он стал даже психологом. Каждому клиенту свой подход.
Ведь люди как обувь. Кто-то смотрит с высоты своих шпилек, а кто-то мягкий и простой, как любимые кроссовки. Смотрю, человек грустный, я могу даже поднять настроение, что-нибудь рассказать про ее прошлое или его. Ну, человек меняется и просто отсюда уходит довольный по всем параметрам. И обувь отремонтирована, и настроение поднято. Мы как психологи-сапожники. Каждый день Сергей приходит не в просторный светлый офис, а в маленький вагончик, где все необходимое под рукой. То, чем пользуются сапожники, больше напоминает инструменты хирургов. Зажим, ножницы, скальпель и множество других интересных вещиц, о назначении которых сложно догадаться. В среднем на одну пару обуви уходит час времени, так как клей должен сначала нагреться, а потом просохнуть. И пусть сейчас далеко не рассвет сапожной индустрии, важность и нужность профессии обувщиков мы ощущаем, как только что-то протерлось, сломалось или лопнуло. А значит, пока существуют сапожники, мы можем продолжать бегать по своим делам, не переживая за сохранность обуви. Елизавета Церенкова, Вадим Жалеев, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». Это пока все новости. Еще больше на сайте tvkrasnodar.ru. Всего доброго и до встречи.